Танечка Гусева удивительная певица. Я ее называю певицей тайной, певицей загадкой. Она свободно разговаривает на немецком языке, очень красивая, очень стильная девочка. И вот компания, бриллиантовая компания Януш Джуэлли не могли просто пройти мимо такой красавицы и не предложить ей сняться в фотосессии «Дети наши бриллианты». Послушайте, пожалуйста, Танюшка Гусева. Я буду петь немецкую песню «Париж и танго». Она просто немецкая, а я очень много лет учу немецкий, поэтому мне ее легче петь. Мне сама Мирей Матье нравится, которая исполняет эту песню. Вот. И еще мне нравится Пугачева. У нее очень хороший, сильный голос такой, мне нравится. Я ее с 4 лет слушаю.